Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы будем делать до утепления мансардной крыши. Это танхаус в коттеджном поселке. Значит, крыша утепляется от застройщика. Оцените качество этих работ. Какая у нас здесь задача стоит? Значит, нам нужно довести до ума вот это вот утепление и сделать контур утепления еще дополнительно 10 сантиметров. То есть в общей сложности эта крыша будет утеплена на 30 сантиметров. Надо исправить откосы у мансардных окон, потому что, видите, вот они... Вот этот откос должен идти вот так вот вертикально. Вот этот вот откос верхний должен идти вот так вот горизонтально. Потому что когда у нас идет от пола тепло, да, чтобы у нас нормально циркулировался воздух теплый, чтобы окно обдувало. Также нужно будет дополнительно утеплить откосы вот здесь вот, ну во всех, по всему периметру окна. Также, если посмотреть вот с этой стороны, нужно будет проверить вот эту вот гидроизоляционную пленку. Вот с этой стороны там более-менее как-то приделано, соответственно, вот эту часть мы дополнительно утепляем. А вот если посмотреть с этой стороны, видите, вот гидроизоляционная пленка не приклеена к стене. Но она вообще должна была по-правильному, когда делают черепицу, заводиться туда, в сторону свесов, да, и вот так вот она как бы болтаться не должна. Вот, соответственно, нам теперь нужно это каким-то образом исправить. Также заказчика я попросил, чтобы он сразу отштукатурил вот эти вот места, потому что когда мы будем приклеивать пароизоляционную пленку, в идеале нам приклеивать ее на уже отштукатуренную часть, чтобы у нас был замкнутый контур. Вот. Уже ребята начинают потихонечку набивать обрешетку. Сухостроганный брусок 50 на 50. Крепим его на конструкционные саморезы. Утепление будем доводить до самого конька. И вот эти вот балки, которые у нас здесь вот идут, вот мы их будем обклеивать специальной лентой Дельта Флекс Банд, для того чтобы у нас получился максимально такой герметичный контур. Немецкая пленка Дельта, называется она Дави GP. Вот. Небольшой танхаус. Пойдемте, я вам там тоже покажу. Такая вот комната. Здесь вот. Также вот эти вот стены, которые идут, заказчик захотел, чтобы у нас проходила вот эта вот часть утепления прям до конца, да, и вот часть стены из газобетона, она будет обрезаться с этой стороны. И вот с этой стороны. Ну, короче, все вот эти вот стены, которые у нас проходят, чтобы у нас был проходной утеплитель, чтобы была проходная пароизоляционная пленка. То есть, чтобы это было максимально как бы такой замкнутый контур, да, вот эти вот стены будут дополнительно обрезаться. А так вот, ну, вот посмотрите от застройщика, качество утепления. Вот. Вроде как бы 20 сантиметров утепления есть, но, например, если не сделать вот это, здесь вот контур утепления, да, то вот эта часть, она точно будет как мостик холода и будет промерзать. Поэтому то, что заказчик... ну, захотел сделать именно контур утепления 10 сантиметров, это очень хорошо. Крыша сложноватая, вот все вот это вот, все вот эти вот сложные места, они будут ну, дополнительно утепляться, да, и у нас ну, практически здесь вообще не будет никаких мостиков холода. Вот. Я думаю, что будет очень теплая крыша. Где-то что-то мы подпихнем, да, доведем до ума вот это вот утепление и уже более качественно будем делать контур утепления. Вот такой вот небольшой ролик. Если есть какие-то вопросы, пишите. А так вот, спасибо за внимание, друзья. Берегите себя, не болейте. Самое главное, не болейте. Все, пока.